Okay, so now we're going to move on to the lips. Oh my god! Oh my. Подоконник. Под окном что находится? Подоконник. 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 Подоконник должен быть вровень со стенкой. Да, а, вровень должен быть. Или он должен немного... Так, три. Ремонтировал машину. Стал заводить. Скорее всего, перепутал газ с тормозом. В общем, короче, врезался в подъезд. Там могли находиться дети. В общем, управляющая компания «Новый город». Если вы завтра же не поставите столбики, мы перейдем в континент. Мы больше ждать не можем. Вы шутите с огнем, блин. Сейчас вот видно, как оформляется дорога.
Ну да, получается. Для прокуратуры, чтобы хоть как-то свою машину на парковке отличить от других. Твою мать! Я начинаю с чистого листа. Периодически выбираю. Рекламная служба Русского радио в Брянске. Город, где непослушных детей пугают видом из окна. Здесь живет Сергей Юрьевич Беляков, который, как и многие россияне, очень... Мудак ебаный, блядь. В таком массовом явлении, как мужская измена. По статистике, изменяет своей супруге каждый второй мужчина. Да ебаный твой рот, блядь, сука! Том, я же у тебя первый. Помнишь, нет? Блядь, блядь, долбоёб, блядь. Ебаный в рот. Так баши. Notice.
Обнародованы кадры аварии, в которую попал автомобиль Следственного комитета. Все произошло на оживленном шоссе. Как только загорается зеленый, байкер резко выезжает на перекресток. В этот момент появляется машина ведомства. От сильнейшего удара мотоциклиста отбрасывает на несколько метров, а служебная легковушка опрокидывается и скользит на крыше. Мужчина, который управлял байком, выжил. Он попал в больницу с множеством травм. Если еще пострадавший не сообщается, по предварительным данным, водитель спецавтомобиля ехал с проблесковыми маячками на красный. В обстоятельствах аварии разбираются эксперты.